Поэтому ни о каких 6 спокойных годах забудьте об этом. Это миф. А в какой форме рухнет дом, который гниет? Да, дернут форточку или ударят дверь, или кто-нибудь еще снаружи, как бы. Сирия, в Сирию кто-то влезет, да, Иран поддержит Сирию, стукнут по Ирану, Китай поддержит Иран. И в какой стране мы будем? В каком мире? В каком мире? Все висит на волоске. Стабильность, 6 лет путинского спокойствия. Оставьте этот миф совсем необразованным людям. Очередные внезапные учения провел на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу. На сей раз в войсках военно-космической обороны. В частности, был отражен массированный ракетно-авиационный удар условного противника на западе страны. О результатах учения Сергей Шойгу в пятницу доложил Владимиру Путину. Репортаж Дмитрия Петрова. Новейшие фронтовые бомбардировщики Су-34 срочно перебазируются с Воронежского аэродрома на оперативный аэродром Сеяща, что в Смоленской области. Там для них уже приготовили топливо и вооружение. Оттуда они будут наносить ответный удар по вероятному противнику. После форсажного рева над взлеткой кажется непривычно тихо, но уже через пару минут на Бреющем проходит четверка истребителей и занимает место улетевшей эскадрильи. На время учений на эти несколько суток Воронежский Балтимор стал аэродромом базирования для новейших истребителей МиГ-29 СМТ Курской авиационной группы. Самолеты уже заступили на боевое дежурство в полном вооружении. На пилонах ракеты класса «воздух-воздух», та, что поменьше для ближнего боя, а это среднего радиуса действия. Везем, подъем, тревога! А это в подмосковной Электростали готовится к встрече неприятеля расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400. Те, что стоят на боевом дежурстве, в течение 3 минут готовы к пуску. Боевое дежурство по охране воздушных рубежей Российской Федерации заступить. Остальные еще нужно вывести из-под удара. Их выгоняют из боксов, строят в маршевые колонны и отправляют по заранее проложенным в подмосковных лесах маршрутам. С аэродрома Чкаловский снимают только что отдежурившую смену ПВО и перебрасывают на полигон под Астраханью. Проверка дежурных сил настолько была внезапна, что нам пришлось вопросы размещения быта решать на месте, без рекогносцировки предварительной. С собой брать сухие рационы питания на 4 суток с запасом. С-400 «Триумф» уничтожает цель еще на подлете за 400 километров. Будь то вражеский сверхзвуковой самолет, крылатая или даже баллистическая ракета, может одновременно наводиться на 36 целей. На дальних подступах рубежи Родины охраняют перехватчики МиГ-31. Забраться на 20 километров, разогнаться до 3 скоростей звука – для них обычная работа. В этих учениях перехватчики работают по мишени, которую запускает стратегический ракетоносец Ту-95МС. На самой кромке Ледовитого океана. Внизу – пейзажи Полярного Урала. Так их наводят на цель. Воздушный командный пункт А-50. Редчайшие кадры. Простым гражданским такое еще не показывали. Вот это отметочка от цели. Вот это направление атаки. Здесь мы выполняли наш маневр, искали цель. Вот это два истребителя, две пары истребителей, которые по ней работают. Две пары МиГ-31-790 истребительного ордена Кутузова 3-й степени авиационного полка взмывают в небо с аэродрома Хатилова в Тверской области. Дозаправляются в воздухе и над Воркутой сбивают цель. На удалении 90 мы захватили эту ракету, соответственно, произвели доклады о захвате, опознавание цели произвели, цель поражена. По итогам учений доклад верховному главнокомандующему делает министр обороны. Район ПВО, который вы изобразили после вывода соответствующего силы и средств из московского региона, сколько по нему противник, условный противник, нанес ударов? Если говорить ракетами, 11. Сколько перехватили? 9. В принципе, результат удовлетворительный. Мне докладывали, что самая главная и самая уязвимая часть, об этом мы с вами хорошо знаем и говорили об этом с командирами недавно на встречах в Сочи, это система управления связи. Вот на это обратите особое внимание. Дмитрий Петров, Александр Ревунов и Сергей Трусков. Вести недели.